Как все вы видите, мы фактически уже закончили наш интерьер, и тут как бы время попрощаться с нашим заказчиком и уйти. Но скралось нам такое нехорошее ощущение, что мы уходим, а работа наша не закончена. То есть мы можем видеть этот камин, который действует, работает, с ним все в порядке, он греет, выглядит он так, как хочет этого наш заказчик, как бы его все устраивает, но Макс говорит, что очень глупо было бы оставлять вот эту часть. То есть, если мы сюда просто поставим решетку и вот такую штуку, ну, необходимую техническую для того, чтобы дымоход закрывать-открывать, то будет очень скучно. И тут Максу пришла в голову одна интересная идея. Да, Макс? Угу. Какая? Расскажешь? Обложить все плиткой. То есть, он предложил, что мы эту часть можем выложить плиточкой и нашли вот такую интересную декоративную штучку. Знаешь, кстати, и этот камин тогда будет без стали. То есть идея такая, что камин ощущения незаконченности. Вообще, по правилам дизайна, над камином всегда должна быть какая-то картина. Но здесь нет места никакой картины, здесь нет места никакому зеркалу. И надо какой-то вариант обыграть. А учитывая то, что здесь топка сверху тепло, отсюда идет тепло, здесь особо не поиграешь ни обоями, ни какими-либо декоративными шпаклевками. Она пришла в голову идея обыграть именно кафель. Сейчас этим займемся и покажем, что из этого получилось. Но прошло совсем немного времени, и наш камин потихонечку принимает свои очертания. То есть Максим, вот он и что придумал, негодяй. Он сделал четко по контуру камина и поднял то же самое из кафеля. Сымитировали мы в виде листела вот такую вот шапочку камина. У камина она, конечно же, традиционно бывает. Даже отцентровали очень красиво решеточку. То есть решеточка смотрится довольно мило здесь. И пока он выглядит вот таким образом. Мы еще покрасим, наверное. Что мы еще будем делать? Покрасим в тон стены. Саму решетку не будем красить, а вот эту окантовку покрасим. И тогда она сольется с плиткой. Ты так думаешь? Да. Я думаю, что нет смысла даже красить. Но на твое усмотрение. Поставили здесь наш любимый алюминиевый уголочек, который мы пытаемся засунуть везде, где только возможно. Почему мы это делаем? Во-первых, это не так дорого, во-вторых, действительно смотрится изумительно. На самом деле, посмотрите, как выглядит отлично. Да? Вот, и теперь сейчас это все зафугуем, подобрали фугу примерно такого тона и повесим декоративную такой балерьефик. По-моему, так называется. Да? Да, давай. Показывай. Вот такую красоту мы повесим. И когда повесим, продолжим дальше съемочку. Ну вот, наконец-то мы и закончили свою работу и хотим похвастаться. Совместное наше творчество с Фабсистемом. Совместное же? Нет. Совместное. Вот наш балерьефчик, вот наша решеточка. То есть я на что намекаю? На то, что это и функционально работает, и эстетически. Вот теперь у меня такое ощущение, что я свою работу выполнил хорошо. Огромное спасибо заказчику за то, что оплатил эту работу и, так сказать, стал соавтором этого проекта, и теперь мы точно знаем и рекомендуем всем, что после того, когда вы покупаете даже самый дешевый вариант камина, как в данном случае, вот немножко туда творчества, капельку капнули, и такое ощущение, что мы сделали шедевр. Вот я могу положить руку на сердце, что ничего подобного не делал до нас никто, и что это мы действительно придумали, и у меня просто переполняюсь радостью, вот когда смотрю на эту вещь. Единственное, что, ну, это немножко эконом-проект у нас, если сюда еще камешек, да, такого же вот мрамора или, ну, чего-то такого так играть. Но если даже его не делать, он вполне смотрится хорошо, потому что эта часть, она у нас все-таки железная и функциональная, она что-то греет. Еще хороший вариант, заказчица, кстати, сама подобрала, вот совершенно случайно взяла и вот
Смотри, как мы хорошо попали в тон. То есть здесь идея следующая. После того, как у нас каминчик будет открываться, если у нас уголек выпадает, то он не попадет на ламинат и не прожжет его, а попадет на кафель. И опять же, если какая-то зола у нас попадает, то с кафеля ее гораздо проще убрать, чем с самого ламината. Разумеется, наш уголочек, это наша ноу-хау, куда мы всюду, где возможно, мы ставим алюминиевый уголочек. Мы кажем, что это эстетично, что это вечно, это недорого, и выглядит эффектно. Итак, этот камин полностью защищен от всего, функционален, как я уже сказал, и действительно он является авторской работой. То есть такой камин невозможно купить и заказать. Кстати, можем его заказать у нас, звоните, заказывайте. Если вам понравилась наша работа, ставите лайк вверх. Не понравилось, но прокомментируйте. Теперь мы со спокойной душой покидаем этот объект и закончили нашу работу. Прошу, коллега! Всем пока, спасибо за то, что смотрели.